Салют, друзья, с вами Татар Гейм. Мы снова с вами выживаем в соло на Бладии. Но теперь это как бы не соло, если вы обратили внимание, это дуо. В общем, с тем соседом, да, зовут его Нэш, которого мы пытались зарейдить неудачно, да, 3 раза. Мы решили с ним, в общем, зачем нам силы друг на друга тратить, потому что и он где-то там тоже пытался меня зарейдить, 3 дверки прошел. В общем, решили мы объединиться. То есть враг моего врага, мой друг. Соответственно, здесь есть еще похлещие ребята. На самом деле, туда выше аэропорта, там целая домина, там целый клан, я не знаю, там человек 10 живет. Конечно же, мы вряд ли вдвоем что-то сможем против них сделать, но была не была, да? Для начала, конечно же, у нас есть динамит, бобовки и так далее, но нету сишек. У нас даже появился калаш, QBZ-ка, что там еще, узики. В общем, полно всякой всячины, брони и так далее, но у нас нету сишки. И это очень печально. Вот, мы нашли 2 домика возле харбора. Соответственно, мы их сейчас будем рейдить. Ну, я не знаю, кто такие домики с лутом оставляет, если честно. Этот-то ладно еще. Тут несколько домов на самом деле. Ну вот, мы его осматриваем. Нэш сейчас будет бахать. Я тут прикрываю пацана. Короче, чтобы вдруг кто не подошел. Потому что мы там по пути одного хлопнули. Бог его знает, может он отсюда бежал. Без понятия. Поэтому, ребят, в общем, весь путь, да, я не стал записывать. Так, короче, это происходит. Просто кибитка, блин, 2 на 2 с турельками. Но турельки уже за это. Без патронов, короче. Небольшой такой окоп, конечно. Но с учетом, сколько мы там потратили. В принципе, довольно-таки неплохо. Вот тут пороха просто дофига. Так, что в ящике? ВКшечка, детали. Уф. Короче, маленький, но сочный домик. В принципе, такой жирненький. Я думаю, мы вполне окупились, сколько мы там Дина потратили. Тем более, он то ли... А, не, он не подгнивал. Кто-то его уже пробовал, по-моему, зарейдить. И идем к следующему домику. Здесь сейчас будет, конечно, у нас, чувствую, погуще. Ну, все равно, да, смотрите, сколько пороха, сколько, 7, 8 тысяч. 7,5 тысяч пороха. Довольно-таки неплохой результат, на самом деле. С учетом, сколько мы там динамита потратили. Вообще по фигне. Окупится вообще на раз-два. Вот еще тоже домик. Ну, если честно, блин, я не знаю. Ну, видно, да, что со скинами домик. И человек, скорее всего, должен быть опытный, но как он так строил, короче, сейчас вы просто там по луту увидите, да, что, блин, очень странно, у человека интересный лут, но он такой домик построил, который, ну, 100% кто-то зарейдит, тем более, тут вот эти челики, да, которые, они чуть выше аэропорта живут, они здесь постоянно патрулируют, и я не знаю, ну, кстати, может, это их нычка, чисто как вариант, почему бы и нет. Заныкать, да. Ну, опять же, такая открытая нычка. Обычно, да, там где-то по краям нычки делают. А здесь вот такая вот прям возле харбора бах. Ну, довольно-таки странный дом, если честно. Может. Я не знаю, вот со скинами может быть ботовский дом. Ну, чисто. Может же, наверное, быть. Я вот думаю,
Турелька здесь вообще, конечно, не в тему. Так, наш тиммейт решил подорвать. Я, если честно, я подумал, что турельку разнес он. А он, оказывается, шкафчик бахнул. И вот он шкафчик-то бахнул, а прописать-то меня он не прописал. И сейчас просто фейл будет, смотрите, бах. И вот я, кстати, повтор смотрел, я уже за стенкой, блин, ползу. За стенкой ползу, меня все равно турелька убивает. Как? Что за читерская турелька? В общем, тут мне пришлось, конечно, да, кусочек вырезать, потому что меня на ободон кинуло. Я думаю, вряд ли это интересно, да? Но, опять же, да, уровень нуба. Напоминаю, я еще держу нубский этот. Я все еще император нубов, поэтому я еще держусь. Так, в шкафчике ничего. Видели, да, там сишки. Че там только нету. И просто челики, короче, вот так вот оставляют это все. Ну, может быть, да, как бы это предпоследний день. Может, им как бы сишки уже нафиг не нужны. Видите, у меня порох, ничего вообще не влазит. В общем, рейд максимально был хороший. Потому что, видите, уже и тиммейту моему не влазит нифига. Порох, все, все как надо. Ну, в принципе, да, дровишки можно выкинуть, что их таскать. Лучше уж что-то забрать. Что я забрал-то там? Ладно, бог с ним. Ну, костюмчик можно было бы еще, конечно, захапать. Я не знаю, у него тоже, походу, места не хватает. Я уже так чисто все вкидываю. Что... А, забрал, да? Ну все, забрали мы костюмчик. Выходим. И уходим, естественно, домой. Смотреть, что мы там наворовали. А, далее, да, ну, в общем, пока я лутался, обнаружил домик. Ну вот, я сообщаю, да, своему тиммейту, типа, дружище, там дом. И под прошлым видео, да, мне, или под позапрошлым видео из этого выживания мне там кто-то написал, типа, это не домик бота. Короче... Если честно, я раньше не обращал внимания, что я просто думал, да, домик в МВК, да, домик в МВК. Оказывается, мы нарвались на домик бота. Не знаю, кто их строит, но это, наверное, просто раз какой-то разрабы автоматически, она бах там, и какой-то домик строится. Соответственно, какая первая мысль? Конечно же, залутать его. Вот он тут вот находится, видите, какой шикарный. Нэш попросил меня подождать. Я решил к нему уже сбегать, думаю, может, что ему там надо, помочь. Мало ли что. Ну, вот такие вот, короче, интересные, да, бывают моменты. Но, если честно, этому Нэшу, блин, я еще до этого писал. После первого рейда я ему писал, типа, давай это. Ну, я думаю, блин, не могу что-то зарейдить, да. А, после второго, когда я уже у него мотоцикл забрал, я сюда поставил мотоцикл, спрятал его, запаролил. Он мне там что-то писал, я ему пишу, типа, ну, от мотоцикла, хочешь мотоцикл взять? Говорю, пароль такой-то, то есть я ему все написал. А там, получается, у гаража два выхода. И вот он возле первого стоял, я со второго вышел, обошел. И говорю ему, не стреляй. Он все равно берет, стреляет, короче. Мне пришлось его убить в ответ. Вот, но человек поопытнее на самом деле. Вот, и пару раз он меня пытался, короче, еще убить. Я ему потом по итогу ружье отдал. Думаю, ну, блин, наверное, понимает, что я с ним хочу подружиться. Я ему обратно ружье его отдал, с которым он приходил. Он берет, опять в меня стреляет. И я его еще раз, в общем, положил. И думаю, идет он, короче, лесом. Пошел, пароли поменял. Не знаю, может он приватку не читал, приватный чат. Фиг его знает, потому что я ему предлагал, типа, давай вместе, давай вместе. И вот, короче, на следующий день он мне и написал, типа, братуха, давай. Давай объединимся, что нам силы друг на друга тратить. Ну, на самом деле, да, это
Хороший, лучший вариант, нежели бы мы тут друг на друга на самом деле ресурсы бы тратили. Поэтому. Потому что ресурсы, да, прикиньте, это на динамит, это сколько динамита, капец, блин, там, тем более у него уже там, ну, центр у него уже был в ВВК, не было смысла особо его там рейдить, да сколько динамита надо, это же вообще жесть. Вот. Ну и, короче, он ко мне просто тупо переехал, пообщались, закинтовались. Вот такие вот, короче, ребят, бывают моменты в игре. Враги становятся товарищами, да? Поэтому, ребят, если вы не можете кого-то зарейдить, попробуйте с ним закорешиться. Ну реально, вдруг прокатит. Короче, уже домину там обстроили, она уже максимально некрасивая. Там уже так чисто лепили. Но опять же, да, ребята, из-за вот этих вот камней, конечно, домик нормально ты не построишь. Надо без камней искать, а здесь в пустыне нету таких прям классных, хороших мест. Но опять же, только если возле где-то воды, там поменьше камня. Но там идет тогда уклон уже. Не, конечно, можно найти, но все равно здесь, конечно, дикое обилие вот этих вот камешков. Все, идем, короче, смотреть дом бота. Бот-дом, не знаю, как правильно. Естественно, я сейчас уже на постоянку, да, смотрю, есть ли кто рядом. Но реально, кстати, очень помогает. Нажимаешь. И, ребят, там кто-то мне писал, блин, да, типа, что можно посмотреть онлайн или офлайн игрок через вот эту жалобу. Я что-то, если честно, я не понял. Я что-то попробовал, нифига у меня не работает. То есть я нажимаю на имя, и там только жалоба. Как мне в приватку написать? Погоди. Погоди, погоди. А, можно ник? Ну, я понял. Можно ник, короче, запомнить, записать его, выйти, записать в поиске друзей, найти его и написать ему приватный чат, потом зайти сюда, и мы увидим точно. Я так не попробовал же. А я через игру тыкаю, тыкаю, короче, а ничего мне не открывается. Я думал, сейчас так я ему напишу. Кто-то мне просто писал про это, что можно каким-то вот таким вот методом посмотреть онлайн или офлайн. Потому что, ну, допустим, реально, вот как бы этому серверу-то уже все, еще в субботу все было. Вот. И продолжение, к сожалению, не записал, потому что я со второй частью там промучился, чтобы вам выпустить ее в воскресенье. Вот. И, короче, я здесь пропустил, профукал. Мне этот Нэш писал, типа, пошли, пошли, там, типа, уже там время что-то осталось. Я забыл, что, блин, уже меньше суток, как бы, там надо было заходить. Ну ладно, ничего страшного. В принципе, и так неплохое выживание на самом деле. Просто это можно сказать, почти первый раз, да, где я на Бладе, я выживаю почти от начала и до конца. Вот. Обычно, да, там я какую-нибудь серию выпущу, и ребят там пишут, что пошли поиграем. Ой, а давай сервер поменяем, давай другой сервер. Там один день на этом сервере поиграли, все разбежались и все. И вот так вот я реально на протяжении, наверное, месяца играл. Просто кто-то хочет поиграть, потом не хочет играть. Поэтому, ребята, я в редких случаях, да, дуо, либо компашку буду записывать. В основном, конечно, это будет соло. Да, может, где-то кто-то зайдет, мне поможет там. Либо вместе поиграем денек-два. Вот. Но в основном, конечно, это будет соло. Потому что вот это вот постояние, постоянно, да, давай поменяем сервер, давай это, и все. И ты потом по итогу ты играешь максимум 3 дня на одном сервере, потом ты опять куда-то переходишь, потом 2-3 дня опять на сервере, потом опять куда-то переходишь.
Ну, короче, вот так вот. Потому что у меня сейчас там несколько стандартов, я, короче, это, несколько стандартов закрылось. Серверов и так далее. Вот, и буквально позавчера у меня там штук 6 писем, какие сервера закрываются. Ну, вайп, все дела. Поэтому, конечно, если кто-то хочет поиграть, ребят, не вопрос, поиграем, но естественно, да, надо быть серьезным к этому всему относиться, потому что где-то мне надо записывать, я с вами 2 дня просто протусуюсь, да, у меня никакого толком материала не будет, и смысл мне от этого. Поэтому, ребятки, без обид. Кстати, ребят, не забываем, блин, подписываемся, ставим колокольчик, прожимаем лайк, либо там наоборот, короче, ну вы поняли. И, соответственно, давайте добьем уже до 1000 подписчиков. Там осталось, блин, 34 человечка, ребят. Также, ребят, кому интересны дома, пишем в комментариях. Татар, давай дома. Потому что, ну, понятное дело, да, там полайкали, полайкали. Но я не понимаю, кому интересно, допустим. Можно, конечно, голосовалку устроить, если вы хотите. Но это будет день в Дискорде, либо ВКонтакте. Потому что здесь, в Ютубе, я что-то даже не знаю, как это делать. А в Дискорде можем устроить голосовалку. Переходим, естественно, ссылка в описании на Дискорд. И там проголосуем, да? Типа, интересна ли вам рубрика «Топ-дом»? Потому что, ну реально, да, есть материальчик на соло-дуо домики. Интересно, я вот, кстати, сейчас на данный момент один из них проверяю, да, на Бладе, на сервере уже играю. Записываю вам контентик интересный. Ну как интересно? Там пока ничего особо интересного не было. Так что, ребят, давайте обязательно. Еще так же, да, ребят, вот если каждый из вас хотя бы по одному другу позовет, скинет ему ссылку и скажет, типа, дружище, подпишись, пожалуйста, на Татара. Мы вообще просто махом наберем народ. Естественно, ребят, чем больше будет народу, тем больше будет, допустим, розыгрышей, каких-то приколов. На данный момент, да, естественно, мы набираем 1000 человек, и я делаю розыгрыш на боевой пропуск. Поэтому обязательно подписывайтесь, обязательно прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить, потому что на это объявление будет именно на видео. Также, конечно же, и в Дискорде. В общем, вот так вот заключительный у нас этап в нашем выживании Блади. На этот раз это третья уже часть. Спасибо за просмотр. Пока-пока.